Привет, это канал Мос Алим. Сегодня у нас в работе самый маленький Kia, Kia Picanto. Вот посмотрим, что у него есть с завода, какая шумоизоляция. Ну, начнем с того, что кроме виброизоляции здесь больше ничего нет. Очень тоненький, практически бумажный ковер. Это мы все исправим. Вот видите, арки тоже ничем не защищены. Большие куски в дверях. Ну и на полу небольшие кусочки, собственно, как автомобильчик маленький. Ничего, сейчас будем обрабатывать своими материалами, станет гораздо лучше. Проклеили крышу вторым слоем, можно собирать потолок. Проклеили Picanto виброизоляцию. Выглядит все прокатано тщательно валиком. Продолжим работу, проклеиваем двери на Picanto. Так вот они у нас выглядят. Это третий слой на них уже наклеен, а вот таким образом наклеивается второй слой. Продолжаем работу. Закончили салон. Picanto двери готовы к сборке. И вот тут последние штрихи у нас. Штришки. Багажники вот осталось совсем чуть-чуть. Арки уже заклеили. Одну и вторую. Очень такой плотный материал. Будет отлично, тихо. Закончили работу с Picanto, все собрали, машина готова у нас полностью. Все точно так же, как и было. Заводская сборка. Не лучше, не хуже. Мы собираем точно так же все. Все клипсы, все меняю обязательно. Никаких зазоров, скрипов не появляется дополнительных. Спасибо, что смотрели. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Пока-пока.